голоса там чьи-то слышны, как будто бы голос такой: «Стоять! Стоять!» Ага, вы слышали? По-русски главное. Мне уже не нравится, это не призраки сталкера сюда явились. Так, булыжник, это булыжник. А ну посмотрим в инвентаре. Железная руда, булыжник, диорит. Че, булыжником тогда заделаем или что? Мне кажется, может, какие-то гуси пришли. Хорошо, если это гуси. Это хорошо. Стоп, а как мне теперь отсюда слезть? Господи, мать его. Как слезть-то теперь? Дождь пошел. Мне кажется, это гуси, еда пришла. Так. Блин, ну и морока. Я теперь отсюда не спрыгну, зараза. Так, теперь. Вот, хорошо. Вот так хорошо. Это дождик. Самый настоящий. Блин, а как мне здесь слезть-то? Вот зараза. Ну-ка, а вот если теперь вот это сделать так. А вот так вот теперь вот так. А вот так вот теперь вот так. Ну и что я тут наделал? Подожди, земля. Так вот, да. И здесь булыжником бы мне доложить, как там попытаться. Ну-ка. Ага, докладывается, хорошо. Шикарно. Весь вопрос, зачем все это я сделал, ну ладно. Блин, ну теперь ее надо соскоблить. Ну-ка, вот так. Не хочешь, да? Вот ты сволочь. Не хочешь. Оно любит вот так вот, чтобы поднималось все, и тогда она сделается. Только вот так. Гуси пришли. Сейчас мы их закабалим. Ага. Так. Так, и теперь докладываем сюда. Так. Хорошо. Все, теперь у нас будет ровная стена. Не знаю, правда, зачем. Зачем мне тут ровная стена? Да. Да. Ну теперь что? Теперь мы все это соскальбываем. Сейчас у меня еще кирка кончится. Надо будет новую делать. Так, палки. Палка. Еще одна палка. Так, хорошо. Вот он, булыжничек. Сюда его. Хорошо. Кирка раз. Так, палка у меня. Так, дубовое бревно. Делаем доски. А, доски-то у меня уже были. 4 палочки. Так, и делаем сразу тогда еще 2 кирки. Так. Подожди, а что-то такое не то, что ли? А что он не сцеживается? Так, забираем. И еще одну сразу делаем. Вот, отлично.
Так. Сцеживаем. Это побыстрее бы сцеживать, я не знаю, на какую кнопку нажимать. И вот так, все. Теперь у нас запасы, и это мы уже продолжим завтра.